Вот женщина. Где? Женщина где? Вот женщина. Где? Примли, Сереж, держись. Рада, вот сюда. Слушайте, вот сюда. Вот сюда. Смотрите сейчас. Понятно, вот. Подождите, сейчас я засунули. Засунули, смотри. Перевернули мне. И в кармане везде. Хер его знает. Так, разве можно? В больницу пришел. Че так, давай, убивайте и все, если я так. Я убьем. Ну что это, да? Ну знаете что? Автомат, пулемет. Может и пулемет, может и... Автомат, может и... Как ваша фамилия, милочка? Гегечкори Амиран Александрович. Гегечкори? Амиран Александрович. Геге. Да. Гегечкори Амиран Александрович. В больницу пришел, лечь, въехал. Человек в операционный. И вот, пожалуйста. Где вы проживаете? Где в Краснодаре. Адрес? Улица. Какая улица? Улица Симферополь. Мы еще не досматривали. Комсомольская. Улица. А? Симферопольская. Дом. Дом какой? Дом, да, это. Дом 42, квартира 2. Квартира 4. Квартира 4, так. 2, уже сам не помню сразу. Так, понятый. Вот понятый, я вам говорю, понятый всем. Подойдите. Вот эту карман, именно. Писал, вот я же не вижу. Сюда подойдите поближе и выкладывайте, что есть. Вот смотри. Вот туда, смотрите. Подожди, начинай с этого кармана. Вот здесь что-то положили. Вот это карман. Начинайте. И выкладывайте сюда, что есть. Во внутреннем кармане. Фиксируйте. Во внутреннем кармане черной кожаной куртки. Вот смотри, еще подложить что-либо. Подожди, сними. Да на, рука, ну рот закрой, заколебал. Вот здесь, вот и положи. Все, замолчите, все. Хватит разговаривать. На оружие положил. Наружный карман он положил. Вот сюда что-то. Сюда то. Ну-ка. Что там? Виташи. Во, что положили? Что это? Тихо. Вот, положите. Вот, вы же положили, вы же напоролись на него. Вот смотри. Что, шприц? Шприц. Пятикубовый. О, да? И кто эту положил? Он же положил меня. Два куба. Это что такое? Ну так, вот еще. Да. Колпачок от шприца. Они же положили, чуть-чуть, еще хорошо, если это батонную бомбу не подложили. Так, что еще дальше смотрите? Я в больницу пришел, и это... Что это, вещество? А, вещество. Ну, давай, тоже, да. Ложитесь. Да. Что это все их... Если бомбу не положили еще... Что-нибудь. Так. Часы. Желтого металла. Желтого цвета. Три пакетика. Видите, какая же? Цветочка. Ручка. Пахнет, нет, внутри понюхайте. Все, там нету ничего. Сейчас, еще что. Портмоне с паспортом. Ну, вот подложили. Ой, с документом сейчас скажу, на чье имя. На, ИТС, на имя вот Гегечкари. Так, Гегечкари, паспорт. Куртки черного цвета, да? Да. Все? Ну, портмоне, водительского удостоверения. Я же не дерусь, Че мне это? Отойди. Техпаспорт. Жинград Чироки. В левом наружном кармане, правильно я понимаю? Доверен. Это долго, а то мне за лекарство. Маме нужно идти в больницу. В левом. В больнице буду ложиться. Микроцирургию мне было. Операцию маме сделали. Все, да, тут сейчас. На автомобиль Джинград Чироки доверенность. На наружен. Пятикубовочки. Правильно терминология? Денег уж не разбирать. Все, сведуш при ветром. Я какой карман сказал, такой карман не положил. Кубовый. На пол не ложится. На всего, что надо смотреть? На всего, что еще не смотришь. Машину, смотри, я в больницу въехал, там еще подложат. Темно-коричневого цвета, правильно? Въезжаю, вилки зеленые. С этого у Парханова вилку и вот шприц подложили. На правом, на левом, понимаешь? И вот это. Это объем какой? Шприц и вот это. У Парханова надо.
рационом уже. Выпал. Около 2 миллилитров. Что-то в этом. Миша. Да-да, ему сказать. Кто это? Че вот так? Он должен был ложить меня. Они знакомые? Нет. Не знакомые, да? Не, знакомые. Просто говорю. Ему, да? А он просто слушает. Ну и что? Предъявите документ. Что? Нам может понадобиться. Пожалуйста. Эфритяне, Оник Марпозович. Знакомый, да. Ну и что, что знакомый? Ничего. Ничего страшного. Знакомый. Ну а что вы переживаете? Нет. Три пакетика. Да. С черно-коричневым веществом. Со специфичным запахом. Че здесь бояться, слушай, уже Путин, президент, демократия идет. Вы знаете, что это такое? Я откуда знаю? Жрел бы что-нибудь, когда в Вене 5 человек. Машина еще ехала, уже когда мне вытащили машину. Адмирал Александрович, фотки все равно включили. Так, клей все нужно? А вот клей. Че вы, когда я 10 человек вас, что я бегать буду туда? А что не буду? Как ты от нас убежал, Адмирал Александрович? Ну как так? Я один был тогда вообще. Как я распустил? Че это надо? Серега, дай ключ. Это ручник? Правый, правый пишет или какой? Правый. А нет, второй распишется. Наперед перестегните наручники и все. Как я могу убегать от вас, как из дороги? Наперед перестегните и все. И что? Кто там убежит? А Слава Чермин говорит, заберите меня, с ним хочу поехать. Как вы знаете? Напишите рабочий. Гигичкори. Да. Еще здесь. Вот здесь еще. Это не запишу. Отказ, напишите отказ. Не. Напишите. Ну для чего мне писать? На, напиши отказ. Ничего отказы не буду. Даже отказ не буду писать. Ну не буду писать. Я. Вот вы сами пишите.